Здравствуйте, мои хорошие. Смотрите, какой милый малыш. Так он сладко спит. А кто это? Это же маленький Губка Боб. Давайте мы посмотрим, что бы нам с ним сделать, с маленьким малышом. Он плачет. А что нам нужно? Нам нужно накормить, дать ему бутылочку. Какой молодец! А теперь нужно помазать кремчиком его нежную кожицу. У малышей нежная кожица. Сейчас мы хорошенечко помажем ее кремчиком, чтобы его ничего не беспокоило. Он же маленький еще совсем. А теперь разотрем ручкой. Аккуратненько-аккуратненько разотрем кремчик ручкой. Малышу нравится. А теперь оденем ему памперсик. А теперь мы должны его накормить. Он у нас уже кушает яблочко. Молодец. Теперь вытрем ему носик и ротик. Ой, какая-то приплыла медуза. Надо срочно ее убрать. Все, а теперь нужно успокоить малыша. Смотри, какие у тебя игрушки, малыш. Ты любишь такие игрушки? Да, конечно же. А сейчас мы будем пускать мыльные пузыри. Тебе нравится? Смотри, как здорово! Как красиво летают пузырики! Какие они красивые! Мыльные пузырики нравятся всем малышам. Они очень любят мыльные пузырики. А теперь мы с вами будем собирать малыша на улицу, на прогулку. Смотрите, что бы нам одеть ему? Какие штанишки? Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Вот такие есть штаники. И такие есть штаники. Какие нам пойдут больше? Наверное, такие будут очень красиво смотреться. Так, а что бы нам еще ему одеть интересненького? На головку оденем мы шапочку. А ну посмотрим, какие у нас есть еще шапочки. Вот такие шапочки. Вот, смотрите. Или очки, ну очки не очень ему идут. А вот шапочка, как у настоящего пирата. А теперь оденем ему лаптики, пинеточки маленькие. Такие или такие, сейчас посмотрим. Вот какие чудесные пинеточки. А чтобы нам ему на шейку одеть такое прикольное, вот, или такой бантик. Давайте, пусть будет звездочка. Он такой красивый в этой звездочке. И, конечно же, как нам без игрушки? На улицу нельзя идти без игрушек или чего-нибудь интересного. А давайте дадим ему в ручку шарики, он так их любит. Это будет здорово. Смотрите, какой чудесный малыш. Теперь можно идти на улицу с ним. Пока, девчонки, наряжайте своих малышей. А Губка Боб будет расти. Пока.